значимые для Украины дизайнеры преподавали в этом курсе. Некоторые из них даже в этом зале присутствуют. Меня зовут Александр, в прошлом архитектор. Сейчас у меня несколько студий виртуальной реальности. Добрый день, меня зовут Анастасия Севастьянова, я дизайнер бренда одежды. Я сегодня представляю платформу краудфандинга «Мое место». Мне очень интересно, какие проекты здесь будут, как люди выступают, смотреть на их территории, хотят дать. Основные виды деятельности – деловая, общественная, политическая, образовательная. Знают ли многие люди, что такое НФТ, что такое токены, причем тут искусство, и как раз надевали очки. Решение проблемы увеличения отходов креативным способом. То есть проводить для студентов, чтобы было актуально. Удаляем лишние фотографии в телефоне. Продукции, которая была использована. Достаточно хорошо представлен по сравнению с другими крупными технологиями. Все студенты, дизайнеры або архитекторы с тех технологий на нем. Ну, там все полностью реально сделано красиво. Это создание органического клея из медуз. Это часть медузы, в которой содержится коллаген. Я головна художниця, студентка, також графічна дизайнерка. Пан Вінниця, зовут його Макаски, це молода Гаршина.